Инвестиции в регионы, инвестиции в будущее. Под таким девизом состоялось пленарное заседание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в рамках Российского инвестиционного форума. Напомню, он проходил с 15 по 16 февраля в Сочи. В нем приняла участие делегация Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым. В Краснодарском крае работала и наша съемочная группа. Ирина Шашкова готова рассказать, как регион выглядит на фоне других субъектов. В дни форума в Сочи было жарко, и дело не только в погоде. На площади в 10 тысяч квадратных метров сосредоточился весь потенциал современной российской экономики. Очень тепло у экспозиции нашего региона. Инвестиционный климат в Курской области благоприятный, а соответственно и привлекательный. Только в прошлом году в экономику направили почти 110 миллиардов рублей. В Сочи мы презентовали 100 проектов на общую сумму 650 миллиардов. От крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий до небольших инновационных компаний. Укрепили мы и межрегиональные связи. Губернатор Александр Михайлов провел ряд встреч и переговоров, по итогам которых были подписаны соглашения с городом Сочи и Тамбовской областью, а с Красноярским краем автографами скрепили план мероприятий на ближайшие 2 года. Документы предполагают сотрудничество по всем направлениям, от торговли до культуры. Красноярский край имеет очень хороший потенциал и в промышленности, ну, в агропромышленном комплексе. У нас больше, потому что у них специфика Сибири, она сказывается. Поэтому взаимный интерес тоже самый очень большой. Тем более, что они тоже очень ответственно относятся к тем договоренностям, которые достигают. Успел глава региона пообщаться с журналистами. Об успехах Курской области он рассказал о российской газете, телеканалу НТВ, информационному агентству «ИТР-ТАСС». Масштабно, насыщенно, напряженно, но очень плодотворно. Таким был инвестиционный форум 2018. Курская область заявила о себе громко, а самое главное, еще раз на всю страну показала, что готова работать на благо российской экономики, а значит, каждого из нас. Ирина Шашкова, Андрей Зарубин, Сочи, Краснодарский край, специально для телеканала «Сейм».